Александр Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси, набрав 83,5% голосов. Это окончательные итоги голосования, которые сегодня озвучил белорусский Центр избирком. В соответствии с протоколом, действующий глава государства значительно опередил своих троих соперников. Никому из них не удалось набрать даже 5%. 61-летний Лукашенко займет высший в Беларуси государственный пост уже в пятый раз. Точная дата его вступления в должность не называется, но, как стало известно, днем белорусское правительство приняло решение о сложении полномочий. В соответствии с Конституцией страны новый кабинет министров будет сформирован после инаугурации главы государства.